Всем привет, с вами Светлана. В прошлом видео я рассказывала о том, как укоренять синдапсус или пипремнум в воде. Нарезала черенки и ставила их в водичку. А в этом видео я покажу вам то, как сразу их посадить в грунт. Итак, когда мы нарезали с вами вот такие вот части растений, мы берем грунт. Сегодня у меня грунт Полтавщины, грунтосумеш вот такая универсальная. Горшочек я застилаю вот такой вот бумагой туалетной, чтобы не высыпалась земля. И будем высаживать нашу красоту горшочек. А в середину верхушечку. Обязательно поливаем. И побрызгаем. Отправляю его на подоконник, и он себе там чудесно будет расти. Всем, кому было полезное видео, ставьте лайки, подписывайтесь и ждите моих новых видео. Пока и до новых встреч!